Хорошо, перед тем, как начнется проповедь, мы проводим одну семью. И, знаете, одна из фишек в Вифиле состоит в том, что кто-то призван здесь остаться навсегда, а другие на какое-то время. Один из самых значительных ресурсов, что у нас есть в Вифиле, это люди. Кто согласен со мной? Люди высшего качества, самые прекрасные люди на планете, находятся в этой комнате, они являются частью этого дома, смотрят в онлайн. И знаете, у нас есть привилегия взаимодействовать с людьми по всему миру. Каждый раз, уезжаем ли домой, возвращаемся ли, мы находимся в кругу лучших людей на планете. И вот мы собираемся проводить одну семью сегодня. И поэтому поприветствуйте со мной Джереми и Кейти Ридл. Их семья тоже здесь. Итак, если вы сейчас пойдете и усядетесь, через минуту я попрошу вас снова встать, если вы шокированы. По поводу этого, мы вот до сих пор шокированы. Я уже об этом кое-какое время знал. Это одна из прекраснейших семей этого дома. Я сделал, это был такой огромный, это не просто друзья, это семья очень близкая. Около года назад я, Джереми и Кейти были здесь несколько лет. Это огромная часть среды поклонения, команды прославления. Около 7 лет назад Джереми вступил в эту роль. Джереми был один из тех людей, которых мы попросили быть частью церковной команды лидеров. И он очень помог нам построить, ну, знаете, особенно последние 6 лет. И вот около года назад он попросил перерыв, чтобы сфокусироваться на чем-то, чтобы искать Господа и что-то планировать. И я наполовину согласился, но это было типа как, ну, что тут вообще происходит? И он сказал, я сейчас просто хочу искать Господа, правда, а через год мы вернемся. И вот произошло еще кое-что во время этого года перерыва. И сейчас я хочу дать слово Джереми и Кейти, чтобы они поделились, что происходит и почему мы сейчас здесь стоим. Да, спасибо. Привет, семья. Это уже третий раз, и легче не становится. Я правда не хотел устраивать проводы. Я бы скорее предпочел просто как-нибудь ускользнуть, чтобы этот момент никогда не произошел, знаете, но мы подумали, что это не очень хорошая идея. Но это такая честь. Быть частью этого дома, и Билл и Бенни, я не могу подобрать слов, просто не могу. Когда дело доходит до того, что вы, ребята, для нас сделали, и что значите, я не могу смотреть на этого человека, когда говорю, это не работает. Я чувствую, как будто мы пришли сюда, и я, и вся моя семья довольно разбиты, и мы почувствовали этот дом. О, это такое место исцеления, такое место покрытия, это место пророчествовало нам, что мы вернемся к жизни, вернемся к цели, вернемся во столько разных мест. И я почувствовал, как я стал лидером поклонения здесь, в этом доме. Я раньше был очень назойливым, но что-то произошло здесь, материализовалось, когда я обнаружил это, вот как мы должны идти за Богом, вот какую хвалу мне было предназначено возносить в небеса. Вот какой голод. Мне предназначено было быть здесь, на земле. И вот так его слава должна была сходить. И я навсегда изменился, навсегда, благодаря этому. Вначале мы получили слово о переезде в Южную Калифорнию, кажется, почти, о боже мой, 5 лет назад, в 13 году, что-то в этом роде. И мы пытались отрицать это почти 5 лет. Вот как-то так. Это слово не для нас. Когда мы получали подтверждение, мы такие, нет, как будто... Что-то внутри, просто нет. Но Господь умеет просто посадить семя и смотреть, как оно растет со временем. И вот как это было. Мы в итоге переезжаем обратно в Южную Калифорнию, где мы провели 15 лет. Мы возвращаемся в церковь Анихайм Уинерт, познакомимся с Алленом Кэтрин Скоттом, который недавно стал пастором там. Да, это реально замечательная история, и я просто хочу, чтобы моя жена сейчас поделилась немного. Она замечательная, ребят. Сложно покидать место, которое любишь. Мы так благодарны за этот дом. Мы вырастили семью здесь, и это немного невероятно быть сейчас здесь и прощаться. Хотелось бы мне иметь ответы на все вопросы, подробности наших планов, куда мы едем, что мы делаем. Мы назвали это типа как путешествие по хлебным крошкам, когда, знаете, находишь их по одной такой, типа, оп, вот одна.
Понимаешь, ее не видишь следующей, пока не подберешь эту. Вот это очень похоже на то, что мы делаем сейчас. И пока что мы знаем только то, что переезжаем в Южную Калифорнию. Мои родители переехали сюда 5 лет назад, чтобы быть с нами, но они сразу отпустили, сказали, мы, если вы чувствуете, что не должны здесь оставаться, не оставайтесь ради нас, мы благословляем вас и отпускаем вас. Поэтому они как бы постоянно являются частью этого процесса. И когда мы поняли, что переезжаем обратно туда, откуда они только что переехали 5 лет назад, мы не могли им в глаза смотреть, типа такие «Ау!». Но они такие «Окей, поехали!». И закончилось тем, что мы купили дом вместе и создадим одну семью вместе. Так неожиданно. И мы знаем, что семье придется сделать этот большой шаг, и... Не могу дождаться, когда увижу, что еще должно произойти. Итак, они вообще-то упаковываются или уже упаковались и переезжают на следующей неделе. И вот, да, вот мы хотим, чтобы наша команда, команда лидера вышла сюда. Церковь, давайте встанем и проводим одних из наших лучших. Как-то косвенно, но мне кажется, это как-то связано с этим. То, что Сет тоже был здесь в прошлой неделе, на случай, если вы, ребята, не знаете или знаете, мы провожали с этой Лоренцей с семьей в город Соукил и не так давно, думаю, 5 месяцев назад. И вот теперь мы провожаем еще одних лучших. Так что, Соукил, позаботься о наших лучших. И у Южной Калифорнии сейчас нет надежды, пока наши лучшие люди там не появились. Так что давайте просто проводим, ребят. Протяните ваши руки, и мы проводим их. Да, отец, мы так благодарны за Джереми и Кейти, за эту семью. Мы просто рады, что ты дал нам дар этих друзей. Мы теперь навсегда семья. Мы так благодарны за это. Мы благодарны не только за то, как ты использовал их, но что они делали, но также за то, кто они есть. Настоящие влюбленные в Бога. Спасибо. Спасибо за моменты в славе, которая была результатом их хвалы. Спасибо тебе. Спасибо, спасибо. Отец, мы отпускаем их, чтобы ты позаботился о них особым образом, и мы провозглашаем благословение Господа над ними в духе, душе и теле, чтобы ты сделал их процветающими и преуспевающими в Южной Калифорнии, и чтобы они высвобождали и несли ДНК пробуждения, которое будет влиять на их регион для твоей славы. Мы молимся об этом во имя Иисуса. Мы благодарим тебя, что ты исцеляешь и сохраняешь штат Калифорнию. Мы благодарны за партнерство севера и юга, юга и севера, и мы благословляем это и провозглашаем, что это распространение того, что ты уже провозгласил, что произойдет. Мы воздаем тебе благодарение за это. И семья, мы благословляем вас, ребята, во имя Иисуса. Благословляем, благословляем, благословляем. I will rest in your promise.